Лягте, пожалуйста, на пол и расположитесь комфортно. Положите руки с двух сторон над головой, согнутые в локтях. Ладони на уровне головы. Положите голову на бок и почувствуйте, как ваша голова, щека, скула соприкасается с полом. Насколько этот контакт ярок. Почувствуйте, как ваши локти, предплечья, кисти соприкасаются с полом, какая рука ярче давит на пол. Почувствуйте, как соприкасается с полом грудная клетка и в средней, нижней трети. Ощутите, как с полом соприкасается живот. Великолепно. Почувствуйте, как с полом соприкасается таз, бедра, голени, стопы, их тыльная поверхность. И, пожалуйста, поверните пятку левой ноги вовнутрь. Медленно, плавно верните ее в нейтральное положение. Опять поверните пятку левой ноги вовнутрь. Почувствуйте, как вся нога вращается наружу. Медленно, плавно вернитесь обратно. Повторите движение несколько раз. И почувствуйте, как вес тела перераспределяется на уровне таза. Он смещается в сторону левого или правого полутаза. Вы левую ножку, пятку поворачиваете вовнутрь. И вес тела смещается на какую половинку таза? Мягко, плавно вернитесь обратно. В очередной раз поверните левую пятку вовнутрь. До того момента, как ощутите, что нога начинает сгибаться в колени. И мягко, плавно, не отрывая ногу от пола, подтяните колено к тазу. Мягко, плавно верните обратно. При первом движении не нужно достигать коленом таза. Это лишь направление движения. Вы поворачиваете пятку левой ноги вовнутрь. Чувствуете в тот момент, когда коленочка начинает сгибаться, и тянете левое колено к корпусу, к тазу. Мягко, плавно возвращаетесь обратно. Опять заверните левую пятку вовнутрь. Почувствуйте сгибание колена, подтяните ногу к тазу. И почувствуйте, что в этот момент делает таз. Куда смещается вес тела, какая половинка таза к телу, к полу прижимается, какая отрывается. Мягко, плавно вернитесь обратно. Великолепно. Теперь, пожалуйста, левым локтем проскользите по полу вдоль туловища, не отрывая руку от пола. Вы левым локоточком скользите вдоль туловища по направлению к тазу. Кисть скользит вслед за локтем вдоль туловища. Мягко, плавно вернитесь обратно. Опять. Проскользите локтем левым по полу, вдоль туловища, не отрывая руку от пола. Мягко, плавно вернитесь обратно. И в тот момент, когда вы скользите рукой вдоль туловища, почувствуете, как меняется опора грудной клетки на пол, куда смещается вес тела, какая половинка грудной клетки прижимается к полу, какая наоборот слегка отрывается. Мягко, плавно вернитесь обратно. И в очередной раз давайте сделаем эти два движения вместе. Вы заворачиваете левую ножку вовнутрь,
ждете момента сгибания в колене и одновременно начинаете скользить левым коленом и левым локтем навстречу друг другу. Мягко, плавно возвращаетесь обратно. Давайте соединим опять эти два движения вместе. Левая пятка заворачивается вовнутрь. Колено сгибается. И вы локтем и коленом скользите навстречу друг другу. Почувствуйте, как в этот момент меняется опора тела в пол. Какая половинка грудной клетки, таз начинает прижиматься к полу ярче. Мягко, плавно вернитесь обратно. Еще разочек. Заверните колено вовнутрь. Проскользите рукой вдоль туловища по направлению к колену. И посмотрите головой себе в арку, образованную рукой, подмышку. Мягко, плавно вернитесь обратно. Опять почувствуйте, как соприкасается ваше туловище с полом, голова, локти, предплечья, кисти, какая рука более ярко давит на пол. Почувствуйте, как соприкасается с полом таз, ноги, бедра, колени, голени, стопы. И поверните, пожалуйста, голову в другую сторону. Теперь направо, левое ухо прижато к полу. Великолепно. И в этом положении пятку правой ноги заверните вовнутрь. Мягко, плавно вернитесь обратно. В очередной раз заверните пятку левой ноги вовнутрь. Почувствуйте, как смещается вес тела на одну половинку таза. Мягко, плавно вернитесь обратно. И в очередной раз, заворачивая пяточку вовнутрь, почувствуйте, как сгибается коленочка, и подтяните слегка ножку к полу, к тазу. Мягко, плавно вернитесь обратно. Повторите это движение несколько раз. Заворачиваем пятку правой ноги вовнутрь. При этом вся нога разворачивается наружу. В момент ощущения сгибания колена подтягиваем ножку, не отрывая от пола к тазу. Мягко, плавно возвращаемся обратно. Теперь давайте сделаем движение правой рукой. Правым локтем, не отрывая руки от пола, скользим вдоль туловища. Мягко, плавно возвращаемся обратно. Опять правой рукой, не отрывая кисти и предплечья от пола, скользим вдоль туловища. Мягко, плавно возвращаемся обратно. Почувствуйте, как в этот момент перераспределяется вес тела на уровне грудной клетки, куда он смещается, влево или вправо. И в очередной раз заверните, пожалуйста, правую пятку вовнутрь, до ощущения сгибания в колени, и одновременно рукой и ногой проскользите навстречу друг другу. Мягко, плавно вернитесь обратно. Великолепно. Правую пяточку заворачиваем вовнутрь. И в момент сгибания колена правое колено стремится к левому локтю, сближаем их, скользим рукой и ногой по полу, не отрывая их от пола. Мягко, плавно возвращаемся обратно. Великолепно. И опять почувствуйте, как ваше тело соприкасается с полом. Голова, скула, щека, как распределяются руки на полу, какая рука кажется вам тяжелее, более плотно прижата к полу. Почувствуйте, как соприкасается с полом грудная клетка, таз, ноги, колени, стопы. Великолепно. И, пожалуйста, поставьте
голову на подбородок. И теперь давайте соединим два движения вместе. Поверните, пожалуйста, пятку правой ноги вовнутрь. До ощущения сгибания в колени. И проскользите правым локоточком навстречу правого колена. Мягко, плавно вернитесь обратно. Теперь разверните пятку левой ноги вовнутрь. До ощущения сгибания в колени. И проскользите по полу левым локоточком и левым локтем навстречу друг другу. Мягко, плавно вернитесь обратно. Опять заверните пятку правой ноги вовнутрь. Колено сгибается, и вы колено приближаете по направлению к локоточку одновременно. И слегка поворачиваете голову направо. Мягко, плавно возвращаетесь обратно. Опять левую пятку заворачиваете вовнутрь, до ощущения сгибания в колене. Левый локоточек стремится к правому колену, и вы слегка поворачиваете головушку налево. Мягко, плавно возвращаетесь обратно. Давайте сделаем это движение чуть быстрее. Правая пятка вовнутрь, правое колено стремится к правому локтю, голову поворачиваем направо. Мягко, плавно возвращаемся обратно. Левая пятка заворачивается вовнутрь, левое колено стремится к левому локоточку, поворачиваем голову налево. Мягко, плавно возвращаемся обратно. И отдохните, пожалуйста, в нейтральном положении. Поверните голову в ту сторону, в которой вам комфортно. И опять почувствуйте, как ваша голова, скула, щека соприкасается с полом. Насколько ярко прижаты к полу локти, предплечья, кисти, грудная клетка, таз, бедра, колени, голени, стопа. И, пожалуйста, из этого положения присаживайтесь.